Юбилейные медали – символ внимания, уважения и восхищения мужеством, проявленным в годы войны и послевоенные трудовые десятилетия. Одному из первых медаль вручили ветерану Великой Отечественной войны Алексею Никитовичу Крыкову, которому в этом месяце исполнилось 98 лет. В гости к нему для торжественного вручения юбилейной медали пришли депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов и исполняющий обязанности главы Ленинского муниципального района Алексей Спасский. Встреча прошла в теплой домашней обстановке. Поручение у меня большое от президента, от нашего Владимира Владимировича Путина. Вот вместе с Вячеславом Александровичем Фетисовым, да, величайшим нашим спортсменом и политическим деятелем, вручить вам медаль 75-летия Победы. Поздравляем! Алексей Никитович Крыков родился 8 января 1922 года. В январе 1942 был призван на защиту Родины. После подготовки сразу же был отправлен под Сталинград, где сержантом медицинской службы 223-го гвардейского стрелкового полка принял участие в Сталинградской битве. В 1943 году в битве на Курской дуге получил тяжелое ранение, после чего был комиссован. За доблесть и отвагу при обороне Сталинграда награжден орденом Красной Звезды. Лина дошел. Вот Фриц меня не пустил, говорит. А я, говорит, дошел. На встрече присутствовали родные люди Алексея Никитовича, сын Виталий Алексеевич и внучка Оксана, которая заботится о своем дедушке. Ну, мы то поколение, которое выросло после войны. Для нас герои Великой Отечественной были примером. Вот. Ну, так получилось, что мы побеждали на ваших примерах, но уже в спорте, в хоккее. И поэтому бесконечно гордимся вами. Желаем доброго здоровья. В настоящее время в Ленинском городском округе проживают всего два участника Сталинградской битвы, а всего в муниципалитете награды получат 57 фронтовиков.